Всем привет! С вами канал Артмания. И второй день прогулки. У нас дождь. Красиво, травка уже. Народ. А, нет, народу нет. Тут какая красота, смотрите. А что ж тут вылезет, интересно? Ты понимаешь, будет клумба здесь цветов, в окно выглядываешь? Да. А тут клумба с цветами, какая красивая. Но это не тюльпаны вроде. Что это может быть? Что это может быть, Женька? Женька тоже нарядился. У нас холодно. Сколько? 5 градусов? 4? Даже не 5 градусов, а даже 4. Давай, ладно. Вот сейчас я уже заметила, что холодно. Люди так легко одеты, без шапок. Сейчас я уже начинаю подмерзать. Мне прям было жарко. Вот тут, смотри, висят фотографии. Старые. Идешь вот так и хочется увидеть там кого-то знакомых. Там своих родных. Ну, детская площадка пустая. Можно бегать, играть. Женька. Клумбу посажу. Да, ты можешь. Наш сквер придем. Пойдем погуляем. Да, мы тут когда с Димой в клуб ходили, постоянно гуляли. Придешь раньше времени на полчаса, на час первое время, я помню. Пройдем вот так. С той стороны, с этой. Дорожка беговая. Тут даже птиц не слышно из-за дороги. Да? Детям построили. Да, старые. Давай поближе подойдем, посмотрим. Потом туда пройдемся. Там посмотрим. Птиц вообще еле слышно. Да, для детей. Я помню, первый раз сюда пришла, а он птица. Хотела поснимать этот комплекс, а там детей было куча. Я думаю, во сколько же надо прийти по времени, чтобы его поснимать для людей? Чтобы не было детей-то. Думаю, 6 утра, 5 утра. Думаю, что-то вставать с ребенком, с коляской, думаю, не хочется, лень. А это что такое? Лазилка. Пойдем через нее пройдем. Или тут нас не оштрафуют? По детской площадке ходим. Бачит там какие-то лужи. Как мясорубка какая-то прям. Да? Какой-то кранчик. Там песок, песка натаскали. Дети, наверное. А так, может быть, что-нибудь с водой, наверное, игрушки. Водой. Вода там хорошо бы спускалась. Здесь тоже, наверное, игры с водой. Только вот где брать, непонятно. А, вон там песок, смотри, Жень.
ковш маленький, вон, видишь, ковш маленький. А, экскаватор. Да, да, сидишь и руками, что ли, как-то экскаватор такой поднимаешь, прикольно. Там вон прыгалки. Тут какая машинка, педалька даже есть, прикольно. Ну отойди. Мне самому интересно. Пойдем со мной. Хочешь полазить там? Вот я не... Мокро. А так бы полазила бы я. О, тут прям труба. Скатываешься вот так вот. Пролазишь. Ба, ты куда полез-то? Ба, тебя там еле видно. Привет, привет. Инокас... Как там? Забыла. Блин, забыла, ладно. Тут горка, короче. Уже отломился. Горка, горка проходит. А, там, я думал, там еще выше есть этажи. А, ну вот один этаж и второй, да. Ребенку будет весело вот так скатиться. Там все в лужах. Ну как там? Как там вон горка есть. Хочешь с горки скатиться? Да, нет. Не хочешь? А вот в такой штуке интересно поместится каждый. Кто там? Батюшки там. Народ прыгает. Ой, что-то руки мерзнут, блин. Наверное, и взрослый там может скатиться, да? Вот так застрянешь? Застрянешь вот так в такой штуке? Хотя они вроде большие. Вот такая есть. Вот застрянешь в такой трубе? Ну вот, я так мечтала вам показать этот небольшой комплекс. И вот это случилось. Показала. А там прыгунки прыгают. Ну как, Женька, тебе понравилось? Да, по каким? По такой штучке вот пройтись, да? Все мокрое там. Ну как? Одна сломалась, не трогай ее. Дальше иди. Тут вообще-то дети. А? Да, не дети. Хорошо. Но детям. Ну жалко, вот в наше детство не было таких. Мы вообще назад отсюда не вытащишь так. Если ребенок в наше детство целый день был на детской площадке, тогда вообще так не вытащишь ребенка. Ну тут вообще... Поселились, жили бы. Да, Жень? Да? Да ты прыгай. Че ты прыгунок-то? Да, с горки надо было скатываться. Ба, как-то интересно. Пошел передом, а спустился задом. А там вон какие. Такой, не хочешь прокатиться в трубе? Вон, в трубе прокатись, там сухо вроде. Там-то в начале сухо, и в серединке, я думаю, тоже сухо. Ну что, пойдем дальше? Пойдем. Ну ты хоть равновесие держи. Ой, все как стол. Что, все?
У ребенка превратился. И попрыгай. Только рюкзак с ней весит. Укачивает. На серединку встань, на серединку. О, прыгай выше. Ну сильнее. Ну как я прыгал. А ты выше попробуй. О, о, хорошо. О, молодец. Стой там пока. Как будто из поезда, да? Ты вот. Знаешь, ощущение, как будто ты снимай меня, куда снимаешь. Как в этом, ну пугайте, ты помнишь, он там прыгал, а то походит, идет такой. Вот, вот, вот. Вот и все, что сидишь. А тут побольше. Там земли достаешь, а там не достаешь. А? Там землю достаешь. А, пойду. Там не очень высоко, да, получается. Глубже копай. И тарахти. Вот.